Всем привет, ребята! С вами Ниагара. Мы будем продолжать. Миссия 13 у нас. Три воина. И мы, конечно же, знаем, кто эти три воина. Вира сказал Триш всю правду о том, что он половина брата Данте. Тот использовал силу Ямато, чтобы разрубить себя надвое, отделив человеческую половину, а демоническую. И, как вы поняли, тот демон на троне. Да. Это брат Данте. Которого мы никак победить не можем, блин. Это Вергилий, ё-моё. 15 июня, 12:36. Well, looks like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. Nicoletta Golfi. Еще автограф возьми. Sound familiar? My grandmother is Nell Goldstein, the gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is! You don't much look like her. Yeah. I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. Consider it a gift in honor of us finally meeting. Meeting. Что такое? Привет, Майкл Джексон. Это шикарно. Поп-король. I'll take that. Dante. I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh. That you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need. Right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Бедный Ви, уже весь потрескался. Доктор Фауст. Химический наряд афериста. Шляпа, поглощающая красные сферы для особых атак. Способна дать много красных сфер, но следить, чтобы запас сфер не иссяк. Угу. В общем, ее использовать надо крайне редко, видимо, да? Атаки поглощают красные сферы. Угу. То есть использование атак у нас будет уменьшать сферы. Для проведения шестого атак требуется... Да-да-да. Число поглощенных сфер отображается в правом верхнем углу. А, минус 4. Ну, вот, вижу. Угу. А вы красивая шляпа. Вперед, X. Ясно. Энера. Конечно, Ви будем играть.
Я бы вот между ними я бы выбрала, наверное, Нера или Ви. Но я хочу Ви. Да, начать как Ви. Он так у нас бедный рассыпается. Так что. А чё, тогда не будем сферы тратить? Я не знаю, будет ли теперь возможность поиграть за Данте, если я выбрала Ви. Но пока оставим на тот случай, когда они пригодятся. Начнем миссию. Тем более 11 тысяч для нас копейки. Нам нужно как минимум 50-70 тысяч, чтобы что-нибудь там качнуть. Я же Вишенку тоже качала, так что у него все самое дешевое, наверное, прокачано уже. Секреты повсюду, призывайте демона чаще. Че, мне туда? Уи! Что за... Дерьмо-демон какой-то. Электрический, к тому же. Люсечиа. Походу, у него поле защитное, возможно. Чё ты, чё ты? Ух ты, как он могёт. Умеешь. Давай, давай, давай. Они иногда пробивают у него поле. Да-да. Иду, иду, иду. Мне не нравится этот монстр. Мерзкий. Тут ничего у нас не осталось. Вроде нет. Looks like there's a cave down there. Ух! Это что за г... Ой, мне вот эту бы вперед расхреначить. Давайте, ребята, вот это вначале. Забываю, что бой добивания, блин. Ого, вот эта фигня здоровая пришла. Хорош! Кого вы там добите, я не вижу. Ау! Ребята меня обижают. А, все нормально, они вот эту штуку это разлепили. Отвали! Он идет за мной. Не надо. Ну отстань! Ой, по-моему, эти тоже его долбят. Нормально так. О! Он провалился или он еще появится? По-моему, он провалился. Это хорошо или плохо? Мы за него не получим очки, да? Долбите его, ребята. Отлично, отлично, дайте, дайте, не скидывайте. Так, есть кто еще? Нет? Это что у нас? Нет, фигня какая-то. Походу, мне, кстати, как раз туда и надо. По-моему. Да? Давайте, ребята, давайте, давайте. Чтобы он мне тут не генерировал демона. О! Как ты посмел? Проклятый. Вот, вот, вот эту штуку. Все норм. Норм, 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 все хорошо. Так, что там кого-то добить надо? Там, отпустите меня. Я хочу rest in peace. Да не надо, не коцайте меня. У меня как хороший ранг идет. Еще одна. Ай-яй-яй, саваш! Давайте, ребята, держите саваш.
Молодцы, молодцы. Так, уходим. Ух, хорошо размотали. Уж мои умнички. Тихо-тихо-тихо. Так, ништяк, ништяк, ништяк. Ну, правда, мы саваж потеряли, но нет, все равно этот рейтинг хороший. Блин. Был хороший. Уроды. Тут идут, идут, подожди. Ох, хорошо вот сейчас было. Вдвоем работали его. Саваж! Давайте на нем закончим. Давайте, давайте, ребята, давайте. Да блин! Ну какого хрена? Ну зачем? Такой рейтинг просрать. Кто там еще? Что это за дрянь? Так, давай посмотрим, что еще есть. Ну, хороший, в принципе, был хороший рейтинг. Но хотелось на саваже закончить. Да, не получилось. Куснули. Воу. Так, еще ниже, да? Или что, где? Да. Ничего не оставили, ну-ка. Нет, вроде все ништячок. Поехали еще ниже. Дрянью, говорит, несет. Ну. Да, не думаю, что здесь какие-то приятные запахи. Так, угу. Это вкачка. Но нет. Ух! Давайте, ребята! Не надо! Опять это... Дерьмо. Нет, вот эту. Да блинский! Ну ладно, хорошо. Ладно, ладно, отстаньте. Здесь не получится нормального рейтинга, потому что они меня все время будут вот так вот делать. Заматывать. Так, это минус. Минус. Так, есть здесь все хорошо. Это толпа какая, а? Ну я говорю, не получится нормального рейтинга, потому что меня вот так вот заматывают. Бурундуки, блин. Оба. Ау. Спасибо, блин. Умеете вы порадовать. Ты туда еще разнесите, пожалуйста, да отвалите. Во-во-во-во, сейчас, сейчас, сейчас. Хотя бы минус один. Что их слишком много вот этих. Они даже умеют объезжать все это дело. Да нет, ты-то зачем мне? Вот этих вот надо крупнуть. Прежде всего. Ой, тем не менее, на A успеваю. Даже на саваж. Круто, ребята, молодцы. Вы ж мои умнички. Кто хороший демон? Кто хороший демон? Тихо. Черт. Шли хорошо. Да хватит. Чего ты его не убил? А, не, нормально. Я что-то просто смотрю, он как промазал, да?
Ну, мы можем им сбивать атаку, конечно, но видите, они одновременно просто атакуют. Одного, например, мы атакуем, да? А второй это катится на меня. И получается, конечно, снижение рейтинга, как ранга, точнее. Ну вот опять. Где они? Отходим. Там золотая сфера, кстати, я вижу. Мы их коллекционируем, да. Мы их пока не тратим, пока коллекционируем. Саваж! Я хочу подольше на него полюбоваться. Золотая сфера. Ну вот опять. Вдвоем. О, козлы какие. Пошли вот этих добивать скорей. Так. Мешай мне ранг набирать. Вот. Сколько их там еще? Трое, что ли? Долбали. Ну-ка. Кто там еще? Вот этого быстрее, пока он не покатился. Того как-нибудь это тоже задолбаем. А, они вдвоем их замесили вдвоем нормально вообще. Четко. Ребята, давайте на саваже закончим. Давайте, СС. Давай. Мочи его, чтобы он не снял мне ранг. Ну все нормально, на саваже это хорошо. Это хорошо. Так. СС даже был, не круто. Чё, кого? Ага. Я думаю, чё они там, на кого сагрились? Вот эта штука, которая шарики выпускает. Куцающие вишенку. Так, чё ещё? По бокам больше нет таких? Пулялок. Нет, вроде. Так. Ха-ха-ха! Вот это мне так не хватает, когда играешь за другого персонажа. Этих криков. Очень сильно не хватает потом. Ну давайте. Молодцы, ребята. Тут последний, по-моему, пузырь. Да? Открылась середина. Угу. Пошли дальше. Ну вот это, блин, да, бесячая вот этот. Вот эта арена была стрёмная. А вы где были? У меня к вам вопрос. Looks like we still got a long ways to go. Провалились еще вниз. Ну как вам Данте Майкл Джексон? По-моему, классно. О, эсочка. Кул. Очень клево. На этом, конечно же, заканчиваем. Как обычно, миссия и одна серия. Продолжим в следующий раз. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Пока-пока.